проводить такие матчи, как в НХЛ, как в ХЛ? Я, конечно, я думаю, что это праздник хоккея, это просто приятное историческое событие, которое многие, кто в нем участвует, запомнят на всю жизнь. Поэтому, конечно, будем ждать, что президент КПЛ и наши функционеры решат этот вопрос и проведут отличный матч на сферу. Как можно серьезно относиться? Рад был приехать в Тверь, рад был видеть маму, сестру, папе съездил на кладбище, поэтому день плохого пути. Приятно, как и без сердца. Конечно, приятно, удобно играть, всегда приятно. Я уже говорю, что здесь такие люди, ДКК переживают, и все, поэтому хорошо, что именно русские флаги. Илья, удовольствие.